have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Привет, привет. Всем доброго времени суток. Здравствуйте. Вот сегодня у нас Build a Boat for Treasure, но команда, экипаж будут немножечко побольше. И пойдем мы на вот этой вот красавице, которая построила Цуземе. Будет интересно посмотреть, как она выдержит все трудности и невзгоды. Ну, ее построил не только я, ее построил еще я. Будет, кланяйтесь. Ладно, хорошо, да, погоди, как тебя правильно читать, извини, пожалуйста, Дюдбитаг, вот, и Цуземе, да, эти двое ребят построили вот эту замечательную штуку, а? Чариш? А если что, у тебя микро пропадает немножечко. Давайте, поехали, рассаживаемся по местам и будем потихонечку трогаться. Ребята, тут лампочки. Ну, во-первых, мы не посмотрели, капитанскую, да, так сказать, рубку, ну, как-то. Хорошо, давайте, проведем экскурсию, я не против. Да, тут давайте. Я на своем месте, во-первых. Понял. Ну, винты могут крутиться, тут, если мы поплывем. Воу, серьезно? Да, винты могут крутиться, раз. Дальше я могу включить аварийное освещение со звуковым сопровождением. Такая вот компания, да? Я думаю, что это мостик, не? Нет. Мостик, ну, смотри, фрум. Это, скорее всего, вот здесь происходит. Управление, если бы тут не хранилось, а так вот здесь. Я вижу, что тут выглядит как приемное отделение трехзвездочной гостиницы. Посмотри. Да. Здравствуйте, мне, пожалуйста, там комнату на двоих. Ну, на самом деле, это у нас, как на подлодке это называется, я забыл. Кук? Нет, кук это... Нет, погодите. Как туда есть... кот залез? Как там? Он через табуреточку сейчас везде лазит, у него специальный баг есть хороший. Если вдруг что, когда пару недель назад была серия про космические корабли, там с табуреточкой очень много фокусов. Да, извини, что перебил. Так, это у нас Мурина, это подлодка, это малая немецкая подводная лодка. Вот, потыкай на все кнопки. У нее не было торпед, у нее были мины. Да. Мины, это очень интересно. А, то есть она с настоящей ты ее брал, да? Да, с настоящей. Ну да, там надпись Ю-140. А можно мне к бомбам? Ну просто, ладно. Нет, если что сказать, пожалуйста. Кот, ой. Нет. Что? Что с тобой не так? Залезь, пожалуйста. Что? Задвинь, пожалуйста. Не может залезть. Кот, залезай. Что за лаги, баги и всякое такое? Она меня телепортирует, там магическая комната. Кто поршни разбил? Вот, молодец. Не лезь туда. Не надо, да, резетайся, кот, и не пали контору. Не пали контору в чем? Что в твоих маленьких карманцах? Что там? Потом покажем. Почему он бесконечно телепортировался? Не знаю, кот не пали контору. Ты ничего не видел. Ничего не было. Ладно, запись идет, если что, с моего компа, не с его компа, поэтому я тоже нифига не видел. Да, чтоб он не говорил ничего, я знаю, просто, чтоб он не говорил мне что-то. Вернись. Меня вот все-таки надпись с другой стороны немножечко смущает, но я не хочу ее показывать, потому что, мне кажется, YouTube сможет это потом прочитать. Ну давайте одну букву уберу. В белой команде какой-то он безумный. Вы видели, что он пишет? Я даже не хочу открывать чат. Мне нормально, я его кикнул из нашей команды, мне все хорошо. У него с головой проблемы. Бегите. Нет. Народ, вы все тут или нет? Пускай или что? Все, ладно, я иду на кресло. Чувак, в белой команде я тут, безумный. Все в лодке или нет, я спрашиваю? Да, все. Хорошо, я запускаю. Где кот? Да. Я тут. Я маленький. Сюда пошел. Кто-нибудь третий еще класните? О! Тула, ты тут? Фух. Да. Ну, похоже, мы все-таки отправляемся в плавание. Да, винты пошли. Блин, выглядит чертовски красиво.
Мне из-за моего расположения здесь немножечко не так кадр стал. Хорошо, я бы где-нибудь в другом месте сел бы, а тут ничего больше не сделаешь, да? Я вот так вот с, попробую с рубки поснимать. Что-то у нас как-то, знаете, ребят, вчера подводные лодки, сегодня надводно-подводные лодки. У нас прям получается морской уикенд. Думаю, что лучше закрою чат, потому что... Я рад такому. Я чат даже не открывал, если что. Так что я вижу там 65 сообщений, я даже не хочу это открывать. Я помню вчерашний печальный опыт с Пикой, поэтому... Это все безумные сообщения какого-то непонятного игрока, который с ума сходит. Он еще говорит, что он типа кого-то убьет и не знаю кого. Потом еще смеется. А зачем ты это все сюда пересказываешь, извини, пожалуйста? Что, нельзя? Ну, как бы, если мы пытаемся избегать того, что он говорит, зачем нам... Ну, ладно. Не знаю. Забудьте, это просто я такой... У меня просто... Меня в комнату железную. Эй, просто все железные двери закрыты? Так я закрыл. Я закрыл специально. Пропеллеры не вертятся. Так они вертелись вначале, сейчас уже да. Жаль, что не вертятся. Запустите меня в комнату, я хочу узнать. Let me in. Да что с этой пушкой не так? Куда снаряды летят? Ну ты там что-то стреляешь, сбиваешь, ну, то есть это исчезает. А, тут она иногда снаряды жует. Вот куда сейчас полетел снаряд? Вот сейчас куда-то. Сейчас не, вообще не полетел, просто был выстрел и все. Она их сожрала. Куда адмирал делся? Не лезь, она тебя сожрет. Я не знаю, ребят, у нас происходят постоянные входы-выходы там, но я сейчас не буду смотреть, потому что это может нам немножечко разорвать темп серии, не хотел бы это делать. Что за красный, блин, борщ? Что это? Где красный борщ? Что? Что за борщ? А, кстати, борщ нот. Выпускай кракена. Какого? Торпиды выпускайте. Их нету. Выпускай торпиды. А, есть. Там... Погоди, сами же сказали, что их нету. Там ракеты, там бомбы есть. В стекле. Пластик. Их выпускайте, иначе я сам... А где тут бомбометательный отсек-то, собственно, сзади, спереди? Так, вот это вот, вот... Так, ну ладно, Саша, куда погодите, ты делся, это же подводная лодка. Тут, по идее, бомбовый отсек должен находиться как отсек для выпуска буя сверху где-то, правильно? Да, ёж-моё. Опа-на. Всё пошло плохо. Они сломались. А пипец. Кресло что-то не работает. У нас Саша куда-то исчез. Я ему сказал запустить, и сейчас они сломались. Ну, да, всё плохо. Меня другое интересует, куда делась музыка? То есть в этом режиме обычно всегда была музыка. Они должны были порталом телепортироваться там за подлодку, и вот они бы там были. Першин, а ты... А что, блин? У меня вылетело. Я понял. Так ты там сейчас на базе остался? О, кунаи. Нет, это не... Это сюрикены. И кунаи. Видишь? Ай! Этот врезался. Попикает. А сама лодка... Пика просто подошел понаблюдать, я так понимаю. О, всем привет, я надеюсь, я не опоздал. Нет, вообще нет. Ни капельки. Для того, чтобы посмотреть с берега, никогда не будет опозданий. Мне не повезло. Сожалеем. А сама субмарина прочная? Ну, пока что она, кстати... Нет, ну сзади уже сломалась. Сзади появилась пробоина, если что, сверху. Блин, нету. Да, я не вижу. А я... Я только сейчас заметил, ох, прилетело. Винты бунтуют, винты отказываются. В следующий раз подводную лодку с прочным корпусом внутри. Вы будете... Нет, вы меня не заставите строить больше, чем один блок в толщину. Никогда. Вы меня не заставите. Реализм. Да потому что у меня железа нет. Я, чтобы это построить, парился. Ну, да, я практически не уверен, что мы победим здесь, потому что сколько... Фига себе. Сколько тут осталось? Нет, две комнаты, две с половиной краски? Этом, да. Там 100% можно доплыть. Бронированием. Ну, вот винты бунтуют. Ой. Почему они бунтуют? Почему? Что такое произошло? О, нас красит. Спасите, я фиолетовый. Я синий. А я голый, блин, теперь. Я нормального зеленого цвета. Стульчики, нет, мои стульчики.
Где я буду сидеть? Стульчиков две штуки осталось из шести. На полу будешь сидеть, как ты на полу спят? У нас один винт бунтует, другой отвалился. Я не хочу на полу спать. Мы сейчас заглохнем. Долбанный крокодил, я ухожу отсюда. Кстати, про крокодайлов. Я на Австралию не соглашался. See you later, alligator. Слушай, я у тебя на столе слил, пожалуйста. Они меня сломали, они меня сломали. Они мне... Ё-моё, они меня подстригли. Я к парикмахеру не записывался. Я пожал. О, вот тут безопасно. Кстати, насчет подстригли, да. Надеюсь, что мой стул не уничтожил. Так, роб управления огнем. Я тут посижу. Все. Думаю, тут безопасно открыто. А, найс, мы у дерева застряли, и они нас ест. Весело и без опа. Так, я все, я буду тут сидеть. У меня не... Да, может быть, ты залезешь, пожалуйста. Будь бобром. Смотрите, как у нас лодка хорошо повернулась. Как открыть металлическую дверь? Нужно металлическую дверь открыть. Блин, сзади. Конфета, красная конфета. Зачем вам открывать дверь сзади? Нормальная дверь. Ну, лезь на стул там. Там стул был. А, был, он был. Посмотрите, от первого лица я гушу покушал. Офигеть. Так, у меня даже глаза пропали. О, от нас. Ой. Помогите, помогите. Мы пойдем. Ну, если мы дойдем до того края и упадем, я буду рад, потому что мне кажется, что у нас борт может не выдержать. Помогите, неправда. Блин, мы выпадем, скорее именно всего. Именно поэтому я пошел с подлодки. Я погнал. Куда? Нет. Не знаю. Я пошел. У меня есть бомба. Давай, я на носу буду стоять. Подожди. Кусок лестницы отвалился, я теперь даже выйти не могу. А ну что, он я выбрался. Что такое? Прощайте, неудачники. И свалил наверх. Да, прощайте. Нет. Оно так мигает. Красно-желтый, красно-желтый, красно-желтый. Ну-ну. Привет эпилептикам. Да, лучше повернуться другим боком. Помогите. Че там взорвалось? С камни снести. Да-да. Ладно. Мэй Айси это кто? Не я, без понятия. Народ, это кто-то из наших? Не, это, нет, наверное, нет. Мой друг. Твой? Да. Ладно. Ну, в любом случае, он все равно там будет на берегу. Поехали. Ну как, значит, поехали? Сейчас... Если он поставит портал... Вот здесь уйдет примерно 80% хронометража серии на вот это прохождение вот этого участка. Построить. А самое большое, что меня немножко раздражает, у нас мигает пол. ЗМ. Если этот пол сейчас... Почему я большой, ЗЗМ? В смысле, если? Он большой. Почему я большой? ЗЗМ, ответь мне, я хочу так много знать. Нет, потому что ты конфету съел со столовки, а я тебе говорил, не при конфеты со столовки, а ты спел. В столовке вообще нельзя ничего жрать, если что, ребята, вы как? Нет, я таким навечно останусь. Ключи, а, что вы мне тут прете? Можно подпрыгнуть и на лестницу забраться, вот я вылез. Можно подпрыгнуть. Что вы тут? Мы даже половины еще не прошли. Вот после этого и строят длинные постройки. Было бы неплохо, если бы длинная, но управляемая. Было бы прям тема, чтобы предварительно развернуться как-то. Я тут один сижу на стуле. Ну, я вот не представляю, как сделать. Ну, смотрите, прошлый, например, полет на дирижабле была тема. Ну, действительно, когда ни на одно препятствие не напарываешься. Тема, но это нет. Что, блин? Что за приколы такие тупые? Извините. Ой, что я за... умер. Почему я тоже. Оно просто боднулось и всех выкинуло. Ага. Два сундучка, три сундучка, 80 золота с какой-то перепугу. Слушай, да. А что это за конфеты? Такая? Погодите, а наблюдать можно или нет? Наблюдать? А, кстати, я могу... А, нет, там вроде снесли портал. Вижу, лодки. Мне просто интересно посмотреть, дошли вы или нет. Тут нет наблюдения, да? Поставь свою конфету за Зэма. Нет, снесли портал. И еще есть лодка. Которая делает меня большим. Я хочу кое-что попробовать. Ладно, народ, тогда получается, что... Нет, извините, я никого принимать не буду, потому что мы уже заканчиваем серию. Вот такой на сегодня эксперимент.
Спасибо, спасибо, да, спасибо. Я оценил, прикольно. Вот. Думаю, на это будем заканчивать. Пришли к некоторым выводам, что да, длинные постройки не всегда являются продуктивными. Но с другой стороны, проект выглядел все равно красиво, интересно. Я даже уверен, что сама лодка дойдет до конца, просто что мы в ней не дойдем до конца. Пока что, думаю, все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем пока. И всем пока. Всем пока. До свидания.